Я вновь приветствую всех уважаемых подписчиков и гостей на моем канале. Наконец удалось выбраться снова пострелять. В общем, это видео планируется как видео для проекта «Траектория». Кто не в курсе о проекте «Траектория», я немножко попытаюсь пояснить. Это был такой призыв среди оружейных видеоблогеров к тому, чтобы не сидеть на жопе ровно, а всем, кому не безинтересна вообще оружейная тематика, стрельба, неважно из чего, будь то пистолеты, ружья, карабины, нарезные, гладкоствольные или пневматические луки, арбалеты, неважно, все, что стреляет. То есть не сидеть дома, не сидеть на диване, а выходить и стрелять. И вот, собственно, мы и выбрались выйти и пострелять. Значит, стрелять будем из гладкоствольного ружья 12 калибра Hudson Escort Unguard. Ну, собственно, кто бывал у меня на канале, тот в курсе. А вот, но стрелять будем чуть-чуть необычно. Много кто видел в американских фильмах, ну, коль скоро призыв звучал среди американских, ну, русскоязычных видеоблогеров, то как бы и немножко в эту степь мы как бы и удадимся. Много кто в американских фильмах видел, что вообще из ружья 12 калибра очень любят стрелять без приклада. Да, это выглядит брутально, во многих фильмах стреляют именно так. То есть у них это называется шотган, они вот стреляют как-нибудь от бедра впереди себя или еще как-то. Вот сейчас мы так и попробуем пострелять для того, чтобы выяснить, да, потому как в американских фильмах, да, как скажет режиссер, так и будет. На самом деле, и не ясно, чем они стреляют, потому что там что-то отдача совсем не видно, хотя частенько там аж никак не супермены в руках ружье держат. Вот. А мы попробуем, ну, в современных реалиях, то есть просто как обычный неподготовленный человек. Я себя к подготовленным вообще ни разу не отношу, потому что я лопух редкостный по обращению с оружием. Вот, и вот, ну, попробуем вообще, можно так стрелять, ну, нельзя, удобно, можно ли хоть куда-нибудь попасть. В общем, стрелять мы будем сейчас по... Вот у нас здесь есть металлические мишени. Совсем небольшое расстояние. Да, очень удобно. Вот у нас еще стоит прямо посреди нас мишень, да, ростовая. Ну, плюс-минус. Ну, хотя бы попытаемся, можно ли попасть по ней или по вот какой-нибудь из вот этих маленьких мишеней. А вот. И коль скоро мы будем стрелять по-американски, я, наверное, так и назову это, стрельба по-американски. Да, то есть стреляем без приклада. Коль скоро стрелять будем по-американски, то стрелять будем опять-таки американскими патронами. В общем, я, честно говоря, не знаю, тут совсем по-другому все написано. То есть, кому интересно, я вот покажу, вот как это все выглядит. Вообще, это американская, эти американские патроны Federal. Вот, в общем-то, вроде бы это нечто сродни нашим спортивным патроном. Вот. Но если вот, например, на патронах Rio я четко и ясно вижу 24 грамма, 70 миллиметров длиной, дробь девятка, то здесь я не совсем понимаю, но я же говорю, я в оружейных делах лопух, поэтому вот. А стрелять мы будем из этого ружья. Тут очень удобно, нам специально не нужно к нему ничего прикручивая дополнительную ручку, здесь просто снимается приклад. Мы нажимаем вот на эту кнопку, нажимать на нее достаточно сильно надо. Приклад отсоединяется, и мы получаем вот такой вот, похожий на американский шотган. Вот. Стрелять будем, скажем, тремя разными способами. Первый способ — это вот так вот от бедра. Да? Так стрелял, например, ну, чего далеко ходить, так стрелял Кайл Рис в самом-самом первом Терминаторе 80-х годов. А вот. Потом мы будем стрелять как-нибудь вот так вот, потому что в американских фильмах очень часто я видел, они чуть ли аж не вот так вот прислоняют к себе ружье без приклада. Ну, я так делать не буду, потому как вообще выбитые зубы — это больно и дорого, да. Я, ну, как-нибудь вот так вот, что ли, буду стараться держать, чтобы можно было хоть куда-нибудь прицелиться, да, и куда-нибудь попасть. И, ну, напоследок, это уже поиздеваться над собой, не знаю, что из этого будет получаться, вот я буду стрелять прямо аж вот так вот, ну хотя бы пытаться, ну хотя рука дрожит, ну хотя бы попытаемся. Так стрелял Терминатор тоже в первом Терминаторе, когда он ходил, расстреливал полицейский участок. Итак, много говорильни, пожалуй, приступим. Ну, собственно, приступаем.
пробуем. Отстрелять 5 патронов. Вот. Так, ну, сначала, как я и говорил, будем пытаться стрелять от бедра, да, как стрелял Кайл Рис в первом терминаторе, и будем стрелять вот по вот этой картонной мишени. Ну, хотя примерно сможем ли мы куда-нибудь попасть. И заодно попробуем вообще, как это, что это. Ну что ж, давайте. В руках, конечно, лягается, но в принципе, как было видно, да, в мишень мы худо-бедно попадаем. Ну давайте пойдем посмотрим вообще, что стало с нашей мишенью. Кусочки от нее отлетали, во всяком случае, так точно. Вот, худо-бедно мы куда-нибудь попали, вот даже все примерно вот сюда в центр пришло. То есть в принципе стрелять от бедра более-менее реально, да, но с другой стороны, стреляя дробью, как это было в фильме «Терминатор», опять-таки напомню, есть очень большая вероятность, что попадешь кого-нибудь другого, а там стрельба вообще произошла, перестрелка с «Терминатором» произошла в ночном клубе, да, но в принципе, как бы мы выяснили, в принципе, я человек, как бы, худой и щуплый, ну, достаточно уверенно могу с небольшими навесками дроби удерживать ружье в руках, стреляя от бедра. Ну, сейчас попробуем стрелять. Ну, вот, у нас тут небольшая проблема с камерой, возвращаемся к вам. Так, ну, попробуем еще раз, опять же, от бедра дострелить эту мишеньку, да, может быть, куда-то точнее попасть, хотя куда точнее еще попадать. Ну, в общем, еще раз попробуем, потому что мне стрелять от бедра просто не может попасть. Так, ну, еще 5 патрончиков. Интереса, стреляя от бедра. Мишень аж разворачивает, когда по ней попадаешь. Пойдем посмотрим. Ну, в общем, я ее уже тут немножко повернул, но смысл в том, что мишень была аж развернута аж вот так. Потому что в этот раз у меня все пришло больше в эту часть, да, ее начало вот сюда задвигать, и вот аж как бы зацепило и голову, и эту часть груди. Возвращаем мишень на место, возвращаемся на огневой рубеж, и теперь будем пробовать стрелять, как очень-очень любят стрелять вообще во многих американских фильмах. Я это видел в Макси Пейне, в «Мальчики-налетчики», еще много где видел, когда ружье прижимают чуть ли не к своим зубам. Но мы к зубам прижимать не будем, опять-таки повторюсь, а попробуем, как получится. Стрелять будем вот, например, по вот этим вот металлическим мишеням. По ним четко и ясно видно, попали вообще или не попали. Как-то так. Так, возвращаемся. Ну, теперь от бедра мы немножко подстреляли. Теперь будем пытаться хоть немножко куда-нибудь целиться. Расстояние здесь на самом деле смешное, но с другой стороны и мишень у нас поменьше, вот те вот металлические. Вот по ним мы и будем стрелять. А, вот, и будем стрелять так, как очень любят стрелять, опять-таки, в американских фильмах. Держа ружье перед собой. Не у бедра, а перед собой. Единственное, что я опять-таки еще раз повторю, я его не буду прижимать к своим зубам, потому что они мне дороги, это больно и это дорого. Собственно, приступаем. Я стану вот сюда, например. А вот. И буду стрелять как-нибудь вот так вот. То есть худо-бедно буду пытаться целиться. И опять-таки буду пытаться удержать ружье в руках, потому что то ли дело, когда его держишь вот так, да, у тебя упор идет в эту руку, в принципе, более-менее реально. А здесь все это пойдет на меня. Главное, себе зубы не вышибить. Я никуда не попадаю. Я не могу понять, то ли я ружье держу как-то неровно, но, по-моему, оно все идет выше. Но сейчас попробую чуть пониже выстрелить.
По-моему, от бедра получалось лучше. Здесь вроде бы куда-то и попал, но мишени все на месте. Попробуем еще раз. Попробуем еще раз пострелять. Опять-таки по тем же самым мишенькам. Еще 5 раз. Ну, на самом деле, я надеюсь, вы понимаете, что как бы это видео со стрельбой, это просто как развлекуха. Просто было интересно попробовать. То есть никуда особо я там с ума сойти как не стрелю. Попробую, просто интересно попробовать, как же это быть героем американским клином с настоящим шотганом. Как будто там. Ну, собственно, приступим. Опять-таки, по тем же самым мишеням, точно так же, как только что стреляли. Не знаю, может, держу как-нибудь неправильно. Ну, сейчас еще раз попробую по-другому держать, хоть куда-нибудь да попасть. Эти мишени вообще должны при попадании падать. Ну теперь-то по ним попасть будет немножко тяжелее, но попробуем. О, хотя бы одну сбили, уже хорошо. Так, ну и теперь в самый последний момент, мне, честно говоря, страшнее всего именно так стрелять, но смысл в том, что попробуем пострелять так, как стрелял Терминатор в самом первом Терминаторе, когда он ворвался в полицейский участок. У него в одной руке было AR-15, которую он сделал под автоматический огонь, и в другой руке у него был дробовик, полуавтоматический дробовик, ружье SPAS-12 12 калибра. В общем, и смысл в том, что стрелял он, держа его одной рукой. Но он большой Терминатор, в смысле Арнольд Шварценеггер, а я такой себе маленький, худой и щуплый. Ну, сейчас попробуем, что из этого получится. Самое главное, ружье не выронить и не разбить его здесь. Ну, будем пытаться. Стрелять будем по нашей многострадальной картонной мишени. Честно говоря, одной рукой я ее в живот точно уж никак не удержу, как Терминатор держал. Попробую держать двумя руками, посмотреть, что из этого получится. Сейчас камеру на меня, потому как по мишени я худо-бедно как-нибудь попаду. А интересно, вот смогу ли я ружье удержать от отдачи или нет. Как-нибудь так. Что-то получилось. Поэтому достреляем все остальное так, как мне больше всего понравилось. Ну, в принципе, один от бедра, а один как-то так. Так. У нас тут небольшая сечка на американских патронов. В смысле, не докол капсуля. Вот его тут слегка покорябало. А, вот. Ну, сейчас попробуем его еще раз. Подадим в ствол следующий патрон, а этот загоним вторым. Может, что-то получится. Значит, мы должны были вот так. Выстрелил. Опять осечка. Опять осечка, небольшой недокол капсуля. Я не могу понять, что это. В принципе, ружье до этого осечку никогда не давало. Черт его знает. Ну, не знаю. А может, в принципе, патроны такие. Они хоть и американские, но дешевые. Я их на распродажу покупал. Опять недокол капсуля. Ну что ж, мы все-таки добьем, может быть. Нет. Этот патрон у нас уходит в утиль. Потому что несколько раз я по нему уже пытался выстрелить, а он все равно не стреляет. Поэтому убрасываем его далеко подальше. Как-то так. Ну, было на самом деле, конкретно мне было интересно. Надеюсь, вам было тоже интересно посмотреть, как у меня в руках ружье это скачет от отдачи. В общем, опять-таки, присоединяюсь к сказанному
уважаемыми Rubier USA, Fun with a Gun и Сергей Тол, который тоже поддерживает эту идею, Влад Борисович. Вот, проект «Траектория» – это очень интересно, это очень классно. Не сидите на жопе ровно, выходите, стреляйте. Если вам сколько-нибудь интересна оружейная тематика, если вам сколько-нибудь интересно оружие, интересно из него стрелять, поверьте мне, в принципе, практически во всех городах есть какие-нибудь худо-бедно тиры, в которых вы можете хотя бы из пневматической винтовки, но пострелять. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Это прикольно, это интересно, это развивает... В общем, это классно. Специально для проекта «Траектория» наше видео было о стрельбе по-американски. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, следующие видео будут еще интереснее и будут выходить почаще. Всего вам доброго. До свидания.